А про то, ну самое главное в драйве, то, что это все-таки бизнес-инструмент, я предлагаю послушать практика лидера, который очень хорошо знает драйв, знает, как его использовать в бизнесе. Это зажигательная, это рубиновый директор нашей компании Елена Малышенко. Я приглашаю Елену. Доброе, радостное, светлое утро, друзья! Отлично! Так что, драйв или не драйв? Вот в чем вопрос. И снова перефразируем классика и постараемся найти ответ. Для этого обратимся к программе «Faberlic Drive» и вспомним все ее выгоды. Конечно, друзья, мы с вами знаем, что в компании нашей есть почетный престижный статус VIP-консультанты, да? Они имеют море привилегий, которые увеличиваются с ростом VIP-стажа. А это у нас с вами непрерывное выполнение 100 баллов личного объема каждый каталожный период. А с периода номер 4 этого года у VIP-ов появилась еще одна шикарная привилегия – это возможность участвовать в грандиозном проекте компании в программе Faberlic Drive. Это новое слово в сетевом маркетинге. Это единая платформа для всех акций и достижений. И это только для VIP-консультантов. Поэтому, кто еще не VIP, срочно становитесь и заходите в программу Drive. Потому что это еще больше признания. Это онлайн-сцена, где вас чествуют, где ваши победы празднуют ваша команда, ваш регион и вся компания. Конечно же, это и офлайн-сцена ваших командных, региональных мероприятий и событий компании. Ребята, вы только представьте, вы стоите на сцене в красивом наряде, звучат фанфары, вам аплодирует весь зал. И не важно, какая квалификация у вас по маркетинг-плану, какой у вас VIP-стаж, в программе Faberlic Drive стать звездой может каждый. А какие чувства вы будете испытывать, когда на этой сцене будут стоять ваши люди? Конечно же, это гордость, это восторг, это слезы радости. Да? Согласны? Атмосфера соревнования, она мотивирует двигаться вперед, подниматься все выше и выше в рейтингах, становиться все лучше и лучше с каждым днем. И вы знаете, все это проходит в такой игровой форме, поэтому все очень интересно. Также это платформа для развития и профессионального роста. Выкладывая посты, мы прокачиваем свой личный бренд и соцсети. А вы знаете, что благодаря Drive кто-то наконец-таки вообще начал их вести, а до этого вообще не вел соцсети? Написать пост, выложить или снять видео, вставить ссылку. Вы знаете, для кого-то совсем недавно это было космосом. А сейчас они это делают легко и с удовольствием. И, конечно же, наши ребята стали дисциплинированными в соцсетях. Они регулярно стали выкладывать посты. И еще, мы с вами имеем готовый контент-план. Ничего не надо выдумывать. Просто бери готовое и делай. Вот так вместе помогаем друг другу и растем вместе. Дальше. Это также реклама вашего профиля, потому что когда вы пишете посты, то вы ставите необходимые хэштеги. Эти хэштеги высокочастотные, и по ним вас могут находить в интернете ваши потенциальные клиенты и бизнес-партнеры. А специальный телеграм-бот, который помогает вам легко получить уникальные тексты и картинки, раз-два контент готов, и мы с вами экономим наше с вами драгоценное время. А какие подарки в программе Faberlic Drive? Ребят,
поднимите руки, кто уже получал порошки в подарок. Молекулярные ваты в подарок. Отлично. А акция 1 плюс 1 равно 3. А скидки до 60%. А кто получал деньги за регистрацию новых покупателей? Лес рук, ребят, посмотрите, кто еще не играет, срочно заходите. А розыгрыш очень крутых, дорогих призов. Ребят, поднимите руки, кто любит путешествовать? О, супер! Вы видели, какие же вы все красивые! А кто, скажите, пожалуйста, любит обучаться чему-то новому? Молодцы какие, здорово! Посмотрите, как много вас! А есть в зале хозяюшки, которые любят готовить? Тоже есть, вот, молодцы, здорово! Друзья, специально для вас, вы только посмотрите, вот 12 мая первый розыгрыш подарка прошел по итогам первого сезона Drive. Посмотрите, разыграли и смартфоны, и ноутбуки, и денежные сертификаты, и поездку в Египет на двоих. Дальше, уже 4 августа прошел второй розыгрыш подарков. По итогам второго сезона, и здесь, смотрите, мультиповар 1000 штук разыграли, и ирригатор, здесь электрические зубные щетки, посуда, также денежные сертификаты и обучение от внешнего спикера 10 000 штук. И главный приз был, посмотрите, поездка в Турцию. А совсем скоро, вот в ноябре, пройдет уже розыгрыш подарков по итогам третьего сезона. Внимание на экран, посмотрите, ребята, пылесосы 1500 штук, посуда, посмотрите, сколько, какое огромное количество, денежные сертификаты, обучение бизнес-тренера и ба-ба-ба-бам, главный приз — это поездка в Дубай. Ребят, вам это нравится? Отлично! Хотите узнать, как стать участником розыгрыша? Хотите узнать? Супер! В розыгрыше участвуют золотые драйвы. Один золотой драйв – это 100 драйвов или 100 баллов. Поэтому даже если у вас есть всего лишь 100 баллов личного объема, то вы уже имеете один золотой драйв, и вы можете участвовать, и у вас есть шанс на победу. Конечно же, чем больше у вас будет золотых драйвов, тем будет больше шансов. Как увеличить количество драйвов? Во-первых, делайте больше личный объем. Это может вам принести до 200 драйвов в период. Дальше. Приглашайте новичков в первую линию и помогайте им увеличивать их групповой объем. Это тоже вам принесет до 200 драйвов в период. Что еще? Участвуйте в мероприятиях, которые проходят на платформе Drive. И поднимайтесь в рейтингах. Это вам даст дополнительные золотые драйвы. Поэтому, друзья, кто еще не в Drive, срочно, срочно успевайте зарегистрироваться на платформе в каталоге 15, а это завершающий каталог третьего сезона Drive. Зарабатывайте свои золотые драйвы, и вы участник розыгрыша подарков и поездки в Дубай. А впереди нас с вами ждут новые акции и новые интересные, крутые розыгрыши подарков. И все это только для участников программы «Фотоклик Драйв». Так что, драйв или не драйв? Не слышу, драйв или не драйв? Молодцы! И самое главное, я предлагаю вам посмотреть на программу «Драйв» как на бизнес-инструмент лидера. Помните, я говорила, мыслить VIP-ами увеличивает скорость вашего бизнеса. Напомню. Когда вы мыслите покупателями, то у вас в структуре будут только покупатели, которые сегодня делают заказ, завтра не делают заказ, стабильности нет, и, соответственно, прогнозировать товарооборот очень трудно. Да? А теперь внимание на экран. Если мы говорим с вами о квалификации директора, во-первых, средний доход за год – это у нас где-то 600 тысяч рублей, в среднем в месяц 50 тысяч рублей. Так вот, чтобы стать директором,
Нам нужно сделать объем личной группы OLP 3000 баллов. Если мы с вами будем мыслить бизнес-партнерами, которые выполняют 50 баллов личного объема, то для того, чтобы сделать 3000 баллов, нам нужно сколько человек? Сколько человек нам нужно, если мы мыслим консультантами, которые делают 50 баллов? Правильно, 59, потому что от 60 это вы, да? Итак, 60 человек, и вы уже директор с объемом личной группы 3000 баллов и соответствующими доходами. А вот если мы начинаем мыслить VIP-консультантами, которые делают по 100 баллов, то нам нужно уже не 60 человек, а 30 человек. Вы согласны? То есть в два раза меньше. А если мы мыслим VIP-консультантами, которые делают 150 баллов, то нам нужно еще меньше, всего 20 человек. Согласны? А если мы с таких консультантами, которые делают по 300 баллов, то всего 10 человек, и у вас объем личной группы 3000 баллов, и директор вот с такими крутыми доходами. Вам это нравится? Я не слышу, вам это нравится? Друзья, вот что вас больше греет, тем и мыслите. Угу. И смотрите, когда у вас несколько директоров в первой линии, то, соответственно, это ваш рост по карьерной лестнице. И, соответственно, рост ваших доходов 200, 300, 500 тысяч рублей в месяц и более. Вам это нравится? Не слышу, вам это нравится? Молодцы, отлично. Итак, мыслить випами увеличивает скорость вашего бизнеса, а вот мыслить драйвовыми липами, это придает космическое ускорение и энергию вашему бизнесу. Хотите купить квартиру, построить дом, купить машину своей мечты, дать образование детям, помогать родителям, путешествовать? Друзья, вот реальный путь для достижения этих целей. Только всегда помните, что вы пример для своей команды. Начните с себя. Становитесь VIP-консультантом. Заходите сразу же в программу Faberlic Drive. Получайте все ее выгоды. Обязательно рассказывайте о них своей команде и ведите за собой людей. А сейчас давайте посмотрим, что говорят о программе Drive ее участники. Внимание на экран! Когда стартовала программа Drive, мне зашло всего 35 человек нашей структуры. Выполняя условия, некоторые из них получали подарки. Затем состоялся розыгрыш первого сезона, и уже многие получили денежные сертификаты и призы. Интерес к программе возрос. И сейчас нас более 100 человек. Что же мы делаем? В начале периода коллективно разбираем все условия программы, записываем видео и конкретно доносим до каждого VIP-консультанта, что он должен сделать, чтобы получить дополнительную скидку, подарок или бесплатную доставку. И что очень важно, обязательно показывайте рейтинги. Например, топ-100 Алтая у нас 40. Хвалите своих людей. Ведь признание – это то, что нужно. Благодаря программе количество VIP-консультантов у нас увеличилось на 40 человек. Групповой товарооборот на 10 тысяч баллов. А мы, команда директоров, служим примером. Первыми выполняем все условия программы. Ведь не секрет, то, что делаете вы, делают ваши консультанты. Успешно развивающаяся сильная команда – это когда мы все вместе включаемся и делаем. Мы в драйве, а вы, если вы еще не с нами, присоединяйтесь. Друзья, в этом году у нас в компании появилась программа Faberlic Drive. Все преимущества этой программы раскрывались для меня постепенно.
Хотя я не первый год в компании, но многие продукты я еще сама не покупала и не предлагала своим покупателям. А в программе есть акции, которые предлагают купить продукцию по очень выгодным ценам со скидками. Конечно же, я пользуюсь этими предложениями и своим покупателям тоже рекомендую делать выгодные покупки. Благодаря именно этим акциям мой личный товарооборот, личные продажи очень существенно выросли. Очень приятный бонус дает программа Faberlic Drive. Он только для участников Faberlic Drive. Это акции на рекрутинг. И мы с командой с удовольствием принимаем в них участие и расширяем свои личные группы. Челленджи. Челленджи, они подталкивают более подробно знакомиться с продукцией и, конечно же, развивают мои социальные сети. Вообще, с Faberlic Drive развитие бизнеса стало для меня более интересным и, конечно же, выгодным. Я и моя команда становимся опытнее и сильнее. Программа Drive – это воплощение мечты многих о волшебной таблетке. В самом деле, инструмент проще некуда. Делаем простые и понятные действия. Для открытия статуса директора достаточно вовлечь в программу 15 человек с результатом 200 баллов или 30 человек по 100 баллов. Важно только понять, принять и осознать саму суть программы. Признаться, я не сразу включилась в драйв, поначалу была только на 10 месте в региональном рейтинге. Но когда попробовала выполнить абсолютно все задания, то неожиданно для себя оказалась на самых верхних строчках всех рейтингов. Все получилось очень просто. Это стало для меня настоящим открытием и появилось желание вовлечь как можно больше лидеров и директоров к активному участию в программе. Результатом стал быстрый рост консультантов-драйверов по маркетинг-плану. Два лидера уже закрыли звание директора, а я сначала вернула золото, а затем закрыла новое звание – рубиновый директор. Нужно только вдохновиться и действовать по максимуму, и результат будет обязательно. У меня программа «Faberlic Drive» стала откровением, что можно быть успешным и входить в топ-лидерский состав как в своем регионе, так и компании, занимаясь продвижением не только продукции для здоровья и аппаратов ДЭНС. А самым настоящим вызовом для меня стала необходимость участия активного продвижения в соцсетях. Я этого не делала раньше, и именно благодаря программе Drive я стала более активно развивать свой личный бренд в ВКонтакте. Но еще, пожалуй, самое главное для меня, я вижу в этой программе возможность поддержки новых консультантов. Потому что независимо от статуса, по маркетинг-плану, независимо от VIP-стажа, консультант любого уровня может входить в топ-10 своего региона и даже страны. И поэтому я вижу, что в этой программе заложен огромный потенциал для роста структуры, для развития бизнеса. Программа поддерживает самый комитет. Спасибо ее создателям. Я с самого начала. И проект открыл для меня следующие возможности. Во-первых, я стал более дисциплинированным в социальных сетях, стал писать посты о продукции, о компании ВКонтакте и других социальных сетях. Во-вторых, это соревновательный дух, который мотивирует тебя быть впереди, выше по рейтингу, собирать, копить драйвы в каждом периоде каждого сезона. Друзья, третья возможность – это возможность получать дополнительные преференции в виде дополнительных денежных бонусов и становится бесплатной доставкой для вас. В-четвертых, коллеги, у нас с вами на вооружении появляется Telegram-бот на основе искусственного интеллекта, который создает уникальные тексты и картинки и, в свою очередь, экономит наше с вами время. Правда, здорово? Друзья, и, конечно же, пятый момент, который мотивирует меня больше всего. У нас появляется прекрасная возможность поучаствовать в розыгрыше и выиграть поездку на двоих в Дубай, самый трендовый город нашей современности, и тысячу других подарков. Коллеги, обязательно принимайте самое живое участие, ежедневно ставя перед собой задачу, и решая ее, вы обязательно станете победителем. Вот и
Друзья, Елена, такой заряд энергии вы сейчас дали в этот зал.